Вице-губернатор Приморского края Александр Юров уволен по собственному желанию с сегодняшнего дня. В краевой администрации он работал с апреля этого года и курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и государственного жилищного надзора. Как сообщили в департаменте гражданской службы и кадров Приморского края, его место займет Гагик Захарян. Он родился в 1967 году, окончил Белгородскую коммерческую академию «Потребка». Имеет большой опыт работы в энергетическом комплексе, занимал руководящие позиции на предприятиях Ставропольского края и Санкт-Петербурга.